Своеобразный пакт о ненападении готовят волонтеры движения «Лиза Алерт» вместе с правоохранительными структурами. Сотрудники Следственного комитета, отдела по работе с несовершеннолетними, полиции за круглым столом переговоров встретились с поисковиками, чтобы решить, как облегчить работу друг друга. Ведь люди в погонах и волонтеры ориентированы на достижение одной цели – поиск пропавших. Ребята из «Лиза Алерт» просили найти возможность привозить их на место поиска, вовремя сообщать информацию о пропавшем и предоставлять координаты родственников потеряшки. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, выразили надежду на близкое сотрудничество и по другим делам. Чем больше людей будет беспокоиться о правопорядке, тем лучше.